Приветствую, друзья, на связи Артур, и сегодня у нас речь пойдет о недооцененной платежной системе под названием NixMoney. О ней я знаю достаточно долго, она вообще запустилась 5 марта 2013 года и имеет определенное место на рынке, но мне кажется, что в ближайшее время данная платежка будет все более популярна, более будет пользоваться спросом, потому что такая платежка, как Advanced Cash, полностью отвалилась от хайп-индустрии, а Pair прекратил работу, именно с хайпами экономические игры вроде как работают, Perfect Money в недавнее время ввел комиссию 9,99% для некоторых хайпов. То есть, что остается, с чего выбирать, какие есть варианты, NixMoney, мне кажется, очень даже достойный вариант. Здесь не нужна верификация, как есть Perfect Money, а комиссия все та же 0,5%. Очень удобно и, как пишут, внутри системы платежи проводятся без комиссии. Пишут, что все операции защищены, NixMoney работает на основе операционной системы Unix и неуязвима как бы для всех вирусов. Пользуется популярностью в большинстве России, и второе место — это Украина. Что самое главное и очень важно, что не нужно париться с верификацией. То есть здесь полная анонимность, и данная платежная система поддерживает тот же самый Tor браузер. То есть максимальная анонимность. Никаких там отчетов и тому подобных историй, никаких блокировок здесь нет. В сети я погуглил, очень много хороших отзывов, положительных. Платежка реально хороша. Перед тем, как ей пользоваться, вы проходите регистрацию. Ссылка будет в описании под видео. Здесь рефералки нет. И как по мне, это минус для данной платежки, потому что она будет менее популярна. То есть о ней будут меньше рассказывать, ну и соответственно меньше регистрации, меньше популярности. Вы вводите ваш email, код с картинки, дальше можете переходить сразу же на почту, и, как правило, в спам попадает письмо. Открываете, завершаете регистрацию и дальше переходите в личный кабинет. Вводим капчу, нажимаем Enter и попадаем в очень удобный, как по мне, интерфейс. Слева находятся большие такие мои счета, большие иконочки, все понятно, имеется доллар, евро, биткоин, доджекоин, Fathercoin, Percoin, CRTcoin и GoldBitsCoin. То есть помимо обычных там доллар-евро имеется криптовалюта. Вот это кошелек биткоина внутри системы. А когда нам нужно там принять, получить платеж, мы вот нажимаем кнопочку адрес. И вот обычный биткоиновский адрес. Это внутри системы, это вот можете переводить на любой кошелек биткоина. Удобная штука, что можно открыть несколько кошельков, там долларовых, евровых, и можно их подписать. Внизу нажимаем на плюсик, можете задать название кошельку и нажимаете кнопочку «Сохранить». Вот, нажимаем адрес для общей сети и для именно кошелька NixMoney. С этим понятно. В разделе «Настройки» мы можем задать дополнительные параметры, там SMS-оповещения, уведомления о транзакциях на почту и также двухфакторная аутентификация. Дополнительная защита здесь присутствует, это однозначно плюс этой платежки. Дальше, как сюда завести, как вывести средства. Давайте сделаем платеж, чтобы вам было наглядно понятно. Имеются вот обменные пункты, официальные, сертифицированные от NixMoney. Вот видим официальный nixexchange.com. Дальше сертифицированный, от FHUPAY я пользовался неоднократно. И еще имеется ряд различных обменников. Мы переходим вот на NixMoney, нажимаем кнопочку «Перейти». И имеется вот большой достаточно список платежек, с помощью которых мы можем совершить тот или иной обмен. Слева вы выбираете, что вы хотите отдать. К примеру, там банковские какие-то гривны, либо же рубли. В моем случае это будет Perfect USD на NixMoney USD. Выбрали это направление, прописываем сумму, пускай будет там $10, чисто для видео. Перешли на кошелек Perfect Money, копируете номер, с которого будет сделан платеж, вводим его. Дальше номер кошелька NixMoney, возвращаемся на главную, так вот личный кабинет. Вверху доллары, мы копируем этот номер без пробелов, вставляем. Дальше вводим почту и номер телефона. С учетом комиссии будет снято 10.05, получу 9.71. Окей, соглашаюсь, нажимаем продолжить. Дальше вводим код и переходим на почту, должен прийти пин-код. Копируем его и вставляем
в обмен. Нажимаем продолжить, оплатить, ну, дальше все стандартно. Make payment, вот 10.05 списывается, подтверждение платежа. У меня еще дополнительная безопасность, кодовая карта. Нажимаем отправить средства. Так, платеж завершен, продолжить и смотрим, что у нас. Транзакция полностью завершена, но давайте проверим, обновляем страничку. Да, есть платеж 9.71, мгновенно поступил на мой кошелечек. Дальше я могу использовать эти средства. Нажимаю перевод и дальше перевожу на тот кошелек, который мне нужно. Можем даже с протекцией, это когда мы вводим код протекции, его должен ввести человек, чтобы получил средства. Это основные моменты по данной платежке. Я, кстати, пользовался техподдержкой, спрашивал по поводу полного названия вот этих криптовалют. И мне ответили достаточно быстро. Так что здесь все работает четко, классно, удобно, без верификаций и с минимальной комиссией, как по мне. Поэтому могу рекомендовать к изучению данную платежку. Ссылку оставлю в описании. Переходите, смотрите. Если есть вопросы, пишите мне в Telegram. Ссылочки будут в описании. Здесь мы обсуждаем самые актуальные вопросы по инвестициям, где зарабатываем, сколько зарабатываем, все показываю у себя в Telegram-канале. На сегодня все, до скорых встреч, пока!